Они основатели нашего города. Их работа считается одной из самых важных для экономики государства. Специалисты этого профиля ценятся очень высоко во всех странах мира. И все это металлурги. Получение первой меди в 1938 году стало началом истории города. Балхашский завод – одно из крупнейших предприятий на постсоветском пространстве. За одни сутки он выпускает больше 600 тонн металла, а за год – около 200 тысяч тонн. В работе участвуют почти 1000 человек, и все они – металлурги. Техник-металлург проводит мероприятия по нагреву металлов до необходимой температуры плавления, устраняет посторонние примеси и шлаки путем спуска их из доменной печи, разливает металлы по формам для получения готовых изделий или продажи очищенных слитков. Главный специалист этой профессии – наш президент Нурсултан Назарбаев. Свой трудовой путь он начал с участия в строительстве металлургического комбината в Темиртау. Дальше было обучение на Украине и в Карагандинском политехническом институте. Потом и политическая карьера. Такой старт теперь яркий пример для каждого казахстанца. К примеру нашего президента последовала и Ажар Тлеугабылова. Девушка сразу решила стать металлургом. Работа с раскаленными металлами не пугает студентку. Все задания она выполняет с женской точностью и усердием. Наш президент Нурсултан Назарбаев работал металлургом, поэтому я выбрала эту профессию. Уже в 9 классе я точно знала, что пойду учиться на металлурга, как и наш Ельбаса. Трудностей в работе не боюсь. Главное знать ход работы и соблюдать все правила. Будущие металлурги уже в стенах колледжа учатся заливать и формовать раскаленные металлы. Здесь техника безопасности превыше всего. Как только нужная часть сплава попала в опоку, остатки выливают в землю. Горячую фигуру обязательно охлаждают в воде. Работать в этой сфере очень престижно. Техники металлурги ценятся везде. В колледже мы учили и в теории, и в практике, по дуальной системе. Здесь у нас свой маленький цех. Мы сами заливаем металл формы. Это очень интересно. Нравится сам процесс сплавки и заливки. Интересно смотреть, как из раскаленного сплава получаются разные фигурки. Уже на производстве следит за тем, чтобы металл, раскаленный до 1300 градусов, бесперебойно подавался в ковши, плавильщик Еркибулан Айгалиев. У печи в самом горячем цехе завода он стоит уже 20 лет. За это время успел пройти путь от простого рабочего до бригадира смены и привыкнуть к высоким температурам. Не каждый сможет вытерпеть такую жару. В нашем деле самое главное быть выносливым и терпеливым. Впервые, когда я пришел работать в цех, было очень тяжело, но со временем я привык. Теперь делюсь с молодым поколением своим опытом и помогаю им в работе. Возле двух печей, в которых круглосуточно плавится металл, работают 5 смен металлургов. 300 человек поочередно меняют друг друга каждые 8 часов. За сутки завода выпускает почти 700 тонн качественной меди. В плавильном участке находятся 2 комплекса печей Ванюкова. Они являются непрерывной работой, то есть работают без останова. И всего лишь один раз в год мы каждую печь останавливаем на проведение капитального ремонта. 24 ноября исполнится 77 лет, как в Балхаше выпустили дебютную медь. От первого отлитого штыка черновой меди были отрезаны пластинки, которые раздали участникам знаменательного события. А первый памятный слиток чистого металла хранится в Московском музее революции. 24 ноября 1938 году выдана балхашская первая медь. Этот день мы считаем праздником. Мы ежегодно отмечаем праздник. Мы любим металлургию и свою работу, трудимся. Официально первые металлурги появились около 6 тысяч лет назад на территории нынешней Турции. С тех пор профессия постоянно развивается и модернизируется, но остается опасной, потому что оказывает негативное влияние на здоровье. Именно поэтому каждый год стажа в горячих цехах считается за 2 или 3. Учитывая все это, хорошие специалисты-металлурги высоко ценятся везде.